80 человек сегодня эвакуировали из гостиницы в центре Уфы. По предварительным данным, в отеле произошел пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС. В ведомстве отмечают, в подвале здания по улице Златоустовская загорелся электрощит, что вызвало задымление. Никто не пострадал. Все постояльцы гостиницы были эвакуированы сотрудниками организации еще до приезда спасателей. На место направлены силы и средства МЧС России в количестве 8 единиц техники и 24 человека личного состава, а также другие экстренные службы. По прибытии установлено, что в подвальном помещении происходит горение электрощита на площади 1,5 квадратных метра. Пожар оперативно потушен, пострадавших нет. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства возгорания. Не исключается факт нарушения техники безопасности и превышения нагрузки на электросеть отеля.